В Омске передано в суд дело о молодых людях, которые на наркоторговле заработали более 60 миллионов рублей. Шестерых членов наркокартеля арестовали еще в прошлом декабре. Весь год длилось расследование. Идейным вдохновителем банды оказался 26-летний амич. К торговле синтетикой он привлек еще пятерых человек. Они привозили в регион оптовые партии так называемых спайсов, на съемных квартирах расфасовывали и распространяли через закладки. За сутки им удавалось реализовывать сотни разовых доз. У них были изъяты крупные денежные средства, как наличным, так и безналичных вариантах. Это банковские карты, в том числе валютные счета. Также у них была изъята дорогостоящая автомобильная техника, компьютеры. Можно отметить, что данная группа хорошо занималась своей системой безопасности. За это отвечал им специально обученный человек. Сами задержанные наркотики не употребляли и ранее не были судимы за сбыт запрещенных средств. В особо крупном размере фигурантам уголовного дела грозит пожизненное лишение свободы.